там всякие вышки, вон, видишь? Ага. Я там ничего не вижу вообще. Дорогой друг, ты, наверное, сейчас сидишь в халатике с чашечкой горячего кофе или чая и смотришь наш канал. Я это просто к тому, что мы уже минут, наверное, 30 пытаемся пролезть к одному из объектов. И у меня уже 7 потов сошло. Я бы тоже хотел с удовольствием посидеть. И посмотреть на это, да? Да, да, да. Как два чувака лазят не пойми где. И да, ребята, всем, кому там было интересно про то, что вы там не интересно, а вы писали, что мой отец там отдал меня в армию. В октябре я иду в армию. Ага. Вот. И, кстати, по поводу... Может быть, еще вот в это здание зайдем. Ну, сначала это оно прям колоссальное. Да. Потому что чтобы вы понимали, что здесь за дорога, да, ну, это вот так вот все. Вот так вот все завалено. И вот откуда мы пришли, в принципе... Вот прям от того здания сюда идет сплошная такая дорога. Надо бы свои. И это хорошо, что я бросил курить. Потому что я бы уже давно сдох, если бы курил. А что у нас со входом-то? Вот там вот не вход. Глаз орлиный, там не видно входа, нет? Нет. Значит, надо сюда пробиваться. Чешешься? Да, еще. Чесотка — это хорошая болезнь. Еще все поехали. Почешешься, еще хочется. Смотри, сколько там зданий еще. Вот те-то точно охраняемые, вот там справа. Жесть. Не забываем оставить свой тег. А, да. Фу, это мне прям, знаешь, что напомнило? Детскую считалочку. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Рельс, правда, нету. Одни шпалы. Да, да, нахуй. Мне кажется, и это была дорога. Фу. Слушай, ну пробиться через эти заросли, ну реально пипец как сложно. А если цепляются, то ты типа... Ага. Что-то все с них сыпется куда-то. Так еще какой прикол. Нам же еще домой ехать. Да, мы это не удобно делаем. Блин, ну не говорите, что я не могу попасть в это здание. Вы что, прикалываетесь, что ли? Вот там машина, вон, опускает что-то.
проезд 39. Участок газорезки. Твою мать, он меня напугал. Мы тут не можем войти, да? Да, вратами. А если попробовать врата подвинуть? Здесь точно должна быть какая-нибудь дырка. Вот тут. И там справа? Вот же дверь. Там проволока. Там проволока. Одну секунду, давай берем. Сейчас я уроню здесь. Вот сейчас будет тебе ножницы, да? 70. А где? Слушай, а в сторону просто она не уедет? Нет, не уедет. Пошли другую искать. Не, не, не откроешь. Можно звонить, сбегать. Вот, кстати, смотри, что под ногами валяется. Я тебе задам вопрос, а ты мне скажи, что это такое? Вот это? И вот это? Ну, это поломано. Ну да. Гайка? Нет. А что это? Че, бывают гайки 5 и 3. А может у кого-нибудь такое специальное было? Нет. Ну, блин, это может быть между чем-то ставят. Нет. Чтоб плотнее было. Это... Нет. Это наконечник резца токарного станка. Угу. И он, когда вот эта часть сломана, его переворачиваешь и точишь другой стороной. У этого 5 концов, у этого 3 конца. Понял? То есть, и вытащивает. Это специальный резец, на который одевается, и он прикручивается там. Так, подожди, нет, что? Да давай дальше пройдем. О, какая резиночка. И эта резиночка как раз с тканью. Вот такую резиночку хорошо использовать на брызговики. На автомобиль, на грузовые, на задние. Вот. Но, к сожалению, сейчас такие времена, что не найдешь. Ой. Сейчас пройдем, посмотрим. Что здесь, где, что, как. Я даже вот это я даже и не знаю, что это такое валяется-то. И для чего это было. Ну, понятно, что старая клавиатура. А вот это что такое? В душе не компасирую. Ага. Были по ножницу. А тут? Тем более. Ага. Ладно. Можно попробовать найти окно, в которое можно залезть. Я залезу и так-то проволоку открою. Ага. Это у нас будет план Б. Пока просто идем, смотрим. Ты ж, еще одна дверь. Все, Игорях, я, по-моему, нашел вход. На пружине. Ага.
Я не успел даже перехватить. Не успел даже перехватить ее. Не знаю. Так. Понятно. Ни хрена непонятно. Ага. Пипец тут, конечно, напоколотили. О, ничего себе. Ты видал такое? Слышь, это вратарская. Подожди, стой. Вратарская одежда. А это волосы женщинам сушить. Да. А этого случайно это не хоккеиста? Ну. Хоккеист. Вот. Ну, туфли, смотри, вот вообще новые. Ну-ка, Игорях, подержи-ка, я зашнуруюсь. Я по шнурку по своему хожу. Да, это хоккеисты. Вот тут, смотри, сколько здесь ламп. Ошалеть. Начиная вот с таких вот огромных, заканчивая средненькими. И все это идет. Я понял. 700 ватт. На вот такие плафоны. На вот такие. Да. Вот поэтому это здание и закрыто. Смотри. Ну, я понял, да. Это, короче, такие огромные лампы, которые на светильники вешаются, на столбы. О, лучше их не бить, конечно. Ну да, ничего хорошего. Там они прям вообще в оберточке. Прикинь. Че? Мое любимое слово. Я начал говорить. Прикинь, тут туалет еще целый. Как его не расколотили, я не знаю. Прикинь. И бак для воды. Греть ее. Не вынесли, прикинь. Прикинь. Знаете, держите. Слушай, после того, как помнишь, я думал, там разговор. После того, как помнишь, нас там хаяли по поводу прикинь, там туда-сюда и прочее. О, ничего себе, тут диски какие-то. Кассеты. Бродяга. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О. Так вот, что я подумал-то? А не сделать ли второй канал? Да, и назвать его открыто. Заходим. Ничего, у меня аж глаза разбежались. Я вообще просто в шоке. Просто знаешь, типа, ну коридор на гум. Прикинь, ты мотоцикл раз выглянуть. Просто все это занять.
О, там дверцы. Однако. Санитарные помощи просто не было. Ну-ка я спущусь-ка. Так вот, я что про второй канал-то? А назвать этот канал знаешь как? Прикинь. Прикинь, дед. Тут вот ворота. Тут, походу, машины въезжали, да? Вот. Ну, они отсюда что-то выкапывали. Здесь, походу, какие-то станки стояли огроменные такие, которые там что-то, может быть, клепали, может быть, кстати, борт от машины от какой-то лежит, от ЗИЛа, скорее всего. Угу. Вот. Пресс, который выдавливал какие-то детали, допустим, может быть, заклепки, короче, делал, вот. И эти станки теперь их куда-то вывезли. И вот спрашивается, а это вообще куда исчезло-то все? Вот, кстати, слышь, ты ломился-то в эту дверь. О, что это такое, сокол? Ястреб. По-моему, это просто голубь. Не-не-не, не просто. А здесь было что-то, вон прям здесь, тут стеночки. О, видишь? Тут что-то было. Дорогие подписчики, за такой вот труд те, кто понимают отца, вот те, которым больше, чем за 30, вы должны поставить лайк за то, что он старается делать это, потому что ему как-никак опалтос. На молодежь, вы должны меня понять, что я решил помочь отцу, и весь в белом, и зачем надо поставить лайк. Я даже всплакнул. Потому что все грязное, а мы это делаем для вас. Тут вообще что было-то? Ты представляешь, каких здесь размеров ямы? Слушай. Еще туда что-то идет. Туда. Ну там и выходило, походу. Во, блин. Пахнет опять же маслом. Там еще одна какая-то ямища. Я просто это все к тому, что железное, да? Угу. Вот, даже пожалуйста. Не толкается. Вот. Какое здесь было мощное производство? ЗИЛО. Да. На которых даже нет никаких частей. И они все, о, умирают. Не, ну так вот тут не было ямы. Я думаю, что ее завалили. Ее 100% завалили. Она намного глубже была. И вот что они отсюда выкорчевывали? Я даже не знаю. Просто жесть. Что здесь было? Как это все работала. А помнишь, когда ездили в этот, город Питер? Ага. Вот. Адуляр. Адуляр, да. И там этот был, как его, ангар. Ага. Ну, только я думал, что тот ангар огромный. Тот, наверное, раза в 3 меньше. Угу. А чем мы обратно идем? Мы могли бы там выйти. Так а нам же надо на второй этаж, мы хотели. Ну, по-моему. Там же, по-моему, лестница была. Или не было? Не помню, вроде нет. Она прям
массивная. Но вот тут это, ну, это понимаешь, что вот это уже пол. Вон, потому что все ровно, прям идеально. Не, я это тебе говорю к тому, что вот этот мусор, это просто завалили сюда его. Угу. Его здесь не было. И вот там вот, видишь, это залили тоже. Видишь, ну, висит угу. такая сиська. А что здесь было? Уже мало кто расскажет. Хотя, если кто-то еще живой, в плане того, что кто здесь работал. Напишите вот. Нам об этом в комментариях. Да, ответственное лицо, лицо, смотри, ЗИЛ, дай-ка я это сфоткаю, вот это точно очень надо. Вот, я это, рассказывайте, короче, делитесь, что здесь было, как тут было, что делали и так далее. Тут краны какие-то были, значит. А, слушай. Точно. Вот там наверху ездил кран огромный. Мостовой. Дай посмотреть, что. Не. Это четыре отверстия, да. Это какая-то легковушка. Стали спины и все остальное, вот это все проходить, передвигаться здесь. Это там для вас видео, там длится, может, 20-25, ну, может, это длинное будет. А на самом деле мы тут с часу, нет, ладно. Слушай, это настолько огромная ну, заброшка, что получается, что, наверное, я ее поделю на части. На части, да, я вот. И, блин, вы просто должны увидеть это все. И мы тут ходим и... Балдеем. Ну, как ходим, не слушай, я бы удивился, если бы здесь ручки не было. Ёк-макарёк. Ты уже обосрался? Да. А ничего себе, у нас там проволока есть, а есть второй этаж, да. В любом случае, могли бы выйти, а потом сюда выйти.